В актовом зале Сланцевской детской музыкальной школы состоялось чествование выпускников школ, награжденных медалью за особые успехи в учении и победителей Олимпиад 2016-2017 учебного года. Напомним, что 27 мая 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон номер 135, согласно которому лицам, имеющим итоговые оценки успеваемости отлично по всем учебным предметам, вручаются медали за особые успехи в учении. В Сланцевском районе в этом году 15 выпускников, удостоенных этой награды. Никита Мурашкин и Елизавета Щербакова из первой школы. Артем Алексеев, Анна Иванова, Елизавета Комарова и Инна Моган из второй школы. Выпускницы третьей школы Айя Бах, Екатерина Гатько и Варвара Лоткина. А также Софья Смирнова из Старопольской школы. Ну а шестую школу с отличием закончили Елизавета Васильева, Светлана Жуковская, Александра Клементьева, Александр Лебедев и Вадим Рябков. Им были вручены памятные сувениры, цветы и, конечно же, медали. С поздравительными и напутственными словами к ребятам обратились глава Сланцевского района Марина Чистова и заместитель главы администрации района Раис Саидгареев. Желаю, чтобы в дальнейшем вы в жизни добились успеха, перестали успешными людьми. Но помимо успеха, я желаю, чтобы вы были счастливыми людьми, вы были нужными людьми, чтобы вы нашли себя в жизни. Вы – гордость Сланцевского района, мы вами гордимся и надеемся, что в будущем вы станете гордостью действительно не только нашего района, но и всей России, и мы услышим ваши имена. Вы и так успешные, вы и так, будем говорить, востребованные в жизни. Я желаю вам все-таки успеха на просторе нашей жизни. Я очень надеюсь, что вы станете достойными представителями Сланцевского района, всей нашей любимой Ленинградской области и всей нашей любимой родины. Председатель комитета образования Сланцевского района Наталья Цухлова в свою очередь пожелала ребятам получить достойное высшее образование и ни в коем случае не останавливаться на достигнутом. 107 выпускников 2016-2017 года успешно прошли экзаменационный порог и все получают аттестаты. А каждый седьмой выпускник этого учебного года получает медаль за особые успехи в учении. Каждый раз, идя на экзамен, думаю, ну когда же это все-таки закончится? Дорогие мои, все только начинается. Впереди взрослая жизнь, она будет сложная, она будет непростая. Но я очень хочу вам пожелать, чтобы вера в свои силы, память о тех учителях, которые с вами работали, родители, которые за вас беспокоятся, наш район, который очень хотел, чтобы вы получили достойное образование, были вам поддержкой, опорой в самые трудные минуты. Благодарственными письмами также были награждены директора образовательных учреждений и классные руководители, без помощи которых многие из ребят не достигли бы таких высоких результатов. Не оставили без внимания и родители медалистов. Им также были вручены цветы и благодарственные письма за достойное воспитание и активное участие в жизни своего ребенка. А между поздравлениями и награждениями с творческими номерами выступали воспитанники Сланцевской детской музыкальной школы и танцевальные коллективы нашего города. Не бойся, что...